Ничего у нее не осталось. Все, что было, ушло на дно океана. А вот у меня ее зеркальце. И теперь только я могу читать мысли всех людей и видеть их прошлое и будущее. Вот ты, например, мальчик, живешь на этом необитаемом острове 10 лет и мечтаешь стать путешественником. Ах, это Юлиана прикарманила мое волшебное зеркальце. И теперь она управляет миром фантазий, а я осталась Нюдин. Во-первых, не прикарманила, а нагло стащила у тебя из рюкзака, который упал в воду. Во-вторых, теперь это моя история, и все увидят то, что вижу я.